Греча у нас нынче дорого. С лисой, слава богу, все хорошо. Вот из-за этого у меня постоянно такие эти прически, которые отдыхаемая расческа называется. Не улыбайся, пожалуйста. А, не улыбаться. Разбей пару Крис и Ваня. Ваня слишком хороший для нее. Выросли волосы на попе. Я, Лиза, не вместе. Мой рост составляет 1,82 м, 1,83 м, вес 83 кг. Привет всем. Привет. Сережа, твоя бывшая в Катя совсем разная. Говорят, у мужчин есть типаж. Да, есть типаж у мужчин на самом деле. Просто понимаете, иногда все-таки выбираешь не головой, а сердцем. Мне не надоело, что она тараторит. Не обижай телочек своих, не еби. Им душу, иди домой. Им душу, иди домой. Я уже дома. Я уже дома. Что еще красиво скажете? Ты классный человек, ты это знаешь. Спасибо большое. Я догадывался. Покажи Элину Рахиму. У нее это стресс. Спасибо, Мария, спасибо. Сколько планируешь быть на проекте? Пока не сыграю свадьбу. Сыграю свадьбу, и можно уже... Здрасте, здрасте. А Лиза? Ты нарцисс. Нарциссы не умеют любить. Но нарцисс никогда не признает, что он нарцисс. Потому что это болезнь. Я страшный, вообще убогий, манипулятор, эгоист, псих. Что еще? Ну, естественно, это прекрасно, это есть хорошо. Вот, я считаю, что каждый человек должен любить себя такого, какой он на самом деле есть. И Катя отличная пара. Спасибо большое. Спасибо. Хотела к тебе на проект, но резко передумала. Да, это правильно. Либерш еще участница или ушла? Либерш участница проекта. Вот как бы. Как бы. Оставайся таким, какой ты есть, и не слушай никого. Понимай этот мир, как ты понимаешь, и пусть найдется так быть.
Да, спасибо. Салам, Казахстан, привет. Лиса, я думаю, едет уже. Привет из Германии. Guten Abend. Guten Abend. Ваня еще не пришел на поляну, но вскоре он придет обязательно. Вот он уже едет, мне кажется. К Лобному он будет прям. Блять, накрутил себя, блядь. Мать не всякая. Был в Корее? Нет. Нет, Карин, я не был в Корее. Ты не страшный, не убогий, но ты нарцисс. Ты в этом не виноват. Но нарциссы себя не любят. И если чел не любит себя, он не может любить других. Ты не похож на человека, который любит себя. Я ничего не понимаю. Узбекистан, привет. Прическу мутишь, да. Дюрисам, привет. Это Сергея. Почему идущие к тебе так плохо относятся? Выставляют непонятно с кем. Какие непонятно кем. Ну, они, наверное, ищут худшие качества во мне, чтобы это было явным, чтобы я менялся, наверное. Я не Карина, хватит! Ты Карина. Так, что у тебя под глазом? Щека, тату. Хватит рога себе крутить, а то накрутить. Как погода там у вас? Вы знаете, облачно, душно, ветрено, непонятно, короче. Логика покинула чат. Нарцисс, но себя не любишь. Да, я тоже что-то не особо понял. Но ничего страшного. Самое главное, что я никакой. Элина ни с кем не строит отношения, но в каких регионах Кавказа вы были или хотели бы побывать? Блин, я бы хотел бы побывать, наверное, в Грозном, в Чечне. Новенькая Маша на проекте. Вы с Катей безумно красивой паре. Огонь, спасибо большое. Все, кто пишет хуйню про Элину, вы ее пятки не стоите. Почему Маша нет? Ты отвечаешь на мои смс, я улыбаюсь, спасибо тебе. Спасибо и тебе, что ты пишешь. Прочитай про нарциссическое расстройство личности и поймете, нарцисс – это не тот, кто любит себя. Абьюзер, но всех возносишь. Еще бы так написал. Свободный. Я всегда свободный, смотрите. Вот, что написано? Freedom. Freedom, свобода. Я свободная птица. Сергей, откуда ты родом? Я родом из России, Нижегородская область. Вот, но всю жизнь прожил в Испании. Вот. Спасибо. Респект, спасибо большое. Оставайся с собой, ты не позволяй себя унижать. Я никогда не позволяю себя унижать, но, вы знаете, бывают реально такие черты, бывают реально такие моменты, когда ты реально какой-то, ну, то есть я понял, что я обманывал себя, что я не манипулятор. Я понял, что реально я манипулятор, и не нужно этого стесняться. Более того, мы все манипуляторы, мы все манипулируем. Редкие случаи людей, когда люди не манипулируют, а просто как-то, ну, относятся нормально. Вот. Эгоист тоже в каких-то моментах я эгоист. Это тоже неплохо. Все мы где-то эгоистичны. Вот.
но не с близкими. С близкими мы учимся любить, уважать, ценить. Это круто. Кстати, реально, я много чего понял. Нет, я так понимал, как бы, но я такой говорю, нет, да я не такой, нет, я лучший. Раньше я так говорил, а сейчас, уже. Привет, долго учил испанский. Испанский я учил года два. Мне это далось легко, потому что я жил в среде. Общался каждый день, смотрел каждый день. Вот. И вот. А итальянский я выучил за год. Благодаря испанскому. Безусу не позволяй себя обнимать. Да ладно, он такой, он такой. Мне это нравится. Кто по нации ты, Сережа? Я, как ни крути, я русский. 100%. Татуировку свожу с лица. Осталось еще сеанса 3, возможно. Vita bella, vita bella. Bella vita. Jesus хитропопый. Хочешь больше тату? Хочу еще одну татуировку. Да даже еще не одну, наверное. Я просто жду, может быть, погодки, чтобы не купаться. У нас ветер, да. Ванька сейчас едет уже на поляну. Почему в эфирах у тебя волосы с седым оттенком? Ребят, на секундочку, мои волосы. Седые. В каком месте? Не смотрю эфиры, а только твои прямые. Спасибо, Карин. Я тебя тоже люблю, обожаю тебя, целую, люблю. Ждешь новый приход? Нет, я не жду приходов. У тебя есть какая-то профессия, кроме такого, как танцевал стриптиз? Да, я актер. Я актер и поэт. Короче, я творческая личность. Зубов бояться в рот не давать. Хорошая. Тони, привет. Ты можешь понимать свои ошибки, совершать глупости, быть самим собой, но да, своя точка зрения, ставить себя на себя, должен быть, не потерять это, стой на этом. Спасибо. Волосы с малым оттенком у меня. Да. Слушай, ну, Тоха, ну тебе идет, честно. Это как получается уже твое... Как у моего деда усы, он говорит, это уже мое, ты понимаешь, усы это мое. Привет. Ваня еще не на поляне. Джоева Диана, привет, дорогая. Что такое шлепидория? Шлепидория это херня полная. Почему Чечня? Чечня, у меня отец в далекие года воевал там. Хотелось бы посмотреть. Я видел это только на кассетах. Ты у гусей, что ли, в загоне? Почти. У хомяков. Смотри, чисто за тебя, когда пьяный. Блин. Ну, не смущайте меня. Карин, вот ты понимаешь, вот ты себя возомнил из Кореи, а ты не из Кореи. Понимаешь? Скорее ты русская, чем из Кореи.
да, шляпа, потому что дело шляпа. Дело не в шляпе, а дело шляпа. Я в загоне. Не смущает Катюхина прошлое, вообще нисколечки. Как там Либерж? Мы не знаем. Мы не знаем, как Либерж, она куда-то пропала реально. Звонить как-то, ну, наверное, не будет неправильно. Вот, она, наверное, скоро придет. Надеемся, по крайней мере, что она придет. Безусу реально пришла интересная девочка, но Безус что-то сдает позиции. Сдает позиции. Лиса тоже уже едет. Берж в админке. Кружочек записал. И Берж тут. Битренко выгнали, чтобы дорезал дела с разводом. Да. Кто ты по нации? Я русский. Сережа, правда, что ли, Берж без умели контакт? Да, правда. Всего ли 33 градуса. Ощущается, как 40. Да ладно. Я Карина, ваша колонка. Экскурсию устрою. Да-да-да. Правильно, что говоришь, лучше синица в рукаве, чем хер в жопе. Чем вам нравится арабский язык? Вам близка их культура или просто звучание нравится? И хотели бы вы пожить в какой-нибудь из арабских... Мне очень нравятся арабские, короче, да, страны. Очень нравятся. Я начинал учить лет так, сколько, ну... Года 4 назад я научил арабский язык, начинал учить, вот, и в целом я просто... Антон, привет. Вот, в целом, короче, я начал его учить, мне очень нравится, как правильно произносится арабский язык. Я думаю, вообще, в целом, языки это круто, хотелось бы, вот, доучить его времени, но я считаю, что для... чтобы разговаривать на арабском, нужна практика. Большая практика нужна. Какую зарплату получаешь на доме 2? 1 000 000 рублей. НТ Бен Менхеди Бледе Мосха. Вуаля. НТ Бен. Ты сабахель хе сахби. Эна... Это Бен. Очень знаю, мало очень знаю на самом деле по-арабски, но... Когда планируешь в Испанию в отпуск слетать? Я потерял документы, вот, испанские, в Голландии, причем я его потерял. Вот, поэтому нужно сначала сделать визу себе и полететь. А вот и Лёшка как раз. Кукушонок. Твоя любимая цифра. Кушата. Я не слышал.
пойти. Шата. Пойдемте спросим, что там у Элины. Пойдемте. Элина как раз. А ты в моем прямом эфире сидишь? Да? Ну, давай, ты сейчас сама ответишь. Вот Ли. Все, Элина, выгляни домой, пора. Плохая, ни с кем отношения не строит. Серега. Серег, скажи, что мне надо за периметром парень ждет. Тебя за периметром парень ждет? Он не ждет тебя там. Он ждет захода. Он ждет прийти сюда. Придет, нет. Давай ты будешь надеяться на это. Надежда умирает последней. Да. Сидела в прямом эфирчике, да. Сидела немножко. А что делать? Еще что смотреть? Зачем ей болт скинул? Вот, все вопросы прочитала. Все, кто меня там ненавидит, я тоже прочитала. И все, кто меня любит. Тоже айтишник. Да, любого уже. Из Казанского тоже пойдет, вокзала. Понятненько, понятненько. Все. Вышла я с твоего прямого эфира. Нет. А где Либерж? В Адлинке? Да? Приехала? Ну... Я видела, что на этот записывал кружок. Ну вот, слава богу. Приехала. О, пахан. Всем спасибо, что смотрели, что писали.